океаны, многочисленные моря остаются самыми неисследованными местами нашей планеты. Океаническое и морское дно хранят свои мрачные тайны столетиями. Катастрофы и странные исчезновения кораблей, тысячи погибших и пропавших людей, древние пророчества и предзнаменования. Обо всем этом может рассказать темная вода. Надо только прислушаться. Какие морские трагедии от нас скрывают и почему? На Армении погибло больше людей, чем на Титанике и Лузитании вместе взят. Зачем советский теплоход отправили на верную гибель? И что за секретный груз он перевозил? Как американцы заставили свои корабли исчезнуть? Уникальный эксперимент, который опередил свое время. Корабль становился невидимым для радаров и прочей техники, которая обнаруживала судно на расстоянии. И за какими морскими тайнами охотились нацисты? Часть бумаг была выкрадена немецкой разведкой уже накануне войны. Мрачная судьба проклятых кораблей. Против чего бессильна наука? С тем же Шарнхорстом связан такое именно поверье, да. В том, что этот корабль был проклят еще при закладке. Кладбище мертвых кораблей. Какие тайны скрывают темные воды? Четвертую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции Москва встречала военным парадом. В ноябре 41-го солдаты прямо с Красной площади отправлялись на фронт. В этот знаменательный день за тысячи километров от Москвы на Черном море бушевал шторм. Но теплоход «Армения», переделанный под плавучий санитарный госпиталь, все равно готовился к отплытию. Ведь на борту было очень много раненых. Никто и не предполагал, через несколько часов произойдет самая крупная морская катастрофа в истории СССР. Весь мир знает о крушении «Титаника». И многие считают трагедию в Атлантическом океане не только самой значительной, но и самой загадочной. Но гибель советской Армении с легкостью разбивает этот миф. На Армении погибло больше людей, чем на «Титанике» и «Лузитании» вместе взятых. Вот причем погибло именно 7 ноября в праздник. Буквально через час с небольшим после окончания парада в Кремле. Парад на Красной площади. Вот эта трагедия, тем более в праздник, постарались замолчать. Она была окутана тайной. Так что же случилось с мирным теплоходом «Армения»? Как получилось, что при крушении спаслись всего 8 человек? И почему корабль до сих пор не найден? Гриф совершенно секретно исчез с военных хроник наркомата ВМФ только в конце перестройки, в 1989 году. До этого катастрофа была под запретом. Историки до сих пор не в состоянии перечислить поименно погибших людей, а на борту теплохода их было более 5000. Эвакуация 6 госпиталей, значит, из Севастополя. Причем это не то, что все госпиталя эвакуировались с ранеными. Эвакуировался медперсонал, опытнейшие хирурги, в том числе ведущие врачи Черноморского флота, ведущие специалисты, главный хирург флота. Их всех загнали на Армению и фактически обрекли на смерть. В последний рейс Армения отправилась из порта Севастополь в 5 часов вечера. Перегруженное судно должно было уйти в Туапсе, но капитан получил секретный приказ отправляться в Ялту и забрать оттуда высокопоставленных чиновников. На пути в Ялту Армения получает загадочную радиограмму. Подойти к балаклаве, но не швартоваться, а встать на рейде. Решение принимается более чем странное, да? Корабль почему-то заходит вначале в балаклаву, а если кто имеет понятие о балаклаве, это очень сложный вход, очень узкий. Ослушаться приказа в военное время капитан теплохода Владимир Блаушевский не мог. В открытом море к Армении причалили специальные катера НКВД. На борт теплохода начали перегружать деревянные ящики. Что же в них было? Версий много. Если что-то и погрузили на Армению не медицинское, то, скорее всего, это были ценности из севастопольских, из крымских музеев. Эти грузы подлежали особой охране, и
Только НКВД могло обеспечить вот подобную охрану. Стоило ли так рисковать из-за нескольких ящиков с золотом? Ведь их можно было просто закопать в землю. Судно стояло 4 часа в открытом море без защиты. Любой немецкий бомбардировщик или торпедоносец мог атаковать Армению. Значит, груз был непростым. Это было то ли сверхсекретные документы, то ли сокровища музеев Крыма. И, кстати, передвижная выставка была Эрмитажа. Как раз вот в Алупке была. Может быть, и эти. Причем огромное количество сокровищ было потеряно, и никто не знает где. Что было в этих ящиках, которые грузили сотрудники НКВД, никто не знает. Что же находилось на борту Армении? И связана ли с тайной этого груза внезапная атака немецких самолетов? Что за секретные документы были в ящиках? И можно ли было за них заплатить жизнью тысяч людей? Это кадры нашумевшего голливудского фильма «Филадельфийский эксперимент». Два главных героя во время секретных испытаний на эсминце переносятся из 43-го года в 84-й. Эту тайну американские военные скрывали почти 50 лет, но только сейчас удалось разработать теорию, которая объясняет фантастические события. Об этом вы услышите впервые. После огненного японского смерча в Пёрл-Харборе США приступили к разработке сверхсекретного проекта «Радуга». Военные не желали терять боевой флот и решили сделать его невидимым для радаров и магнитных мин. К проекту привлекли двух физиков – Николу Теслу и Альберта Эйнштейна. Никола Тесла и Альберт Эйнштейн – это действительно гении. Но самое главное – гений, весь объем их исследований до сих пор, в общем-то, нам неизвестен. И особенно это касается Николы Тесла, его всяких экспериментов. Сегодня американские военные настаивают. Эйнштейн никогда не сотрудничал с флотом. Однако историки нашли уникальные документы в архивах Вашингтона. Альберт Эйнштейн состоял на службе в морском министерстве с 1943 по 1944 годы. И это только официальная информация. Эйнштейн создал единую теорию поля в конце 20-х годов, в 25-27 годах, которая попыталась в себе соединить и какие-то основы и электромагнитного, изучения электромагнитных волн и антигравитации, гравитации, и ядерных каких-то технологий. Все это он хотел, как бы, грубо говоря, в одной формуле, как бы, все это вывести. Тесла и Эйнштейн предложили накрыть корабль неким электромагнитным пузырем. Так он становился размагниченным и невидимым для радара. Дизель-генераторы создавали мощный ток, и эти токи использовались в огромном магнетроне, который создавал высокочастотное магнитное поле. В основу проекта легли теории единого силового поля Эйнштейна, учение об эфирном пространстве и опыты с переменным током Теслы. Опытным экземпляром в проекте «Радуга» стал эсминец «Элдридж». Корабль нашпиговали новейшей боевой техникой и уникальным оборудованием, которое должно было изменить магнитное поле корабля. На эсминец «Элдридж» каким-то образом поместили этот генератор, вот, который занял всю длину судна от начала, то есть от носа до кормы, что называется. И он был как огромная такая... Огромный цилиндр, который помещался вот на корабле. Предварительные результаты экспериментов были засекречены. Их проводили в специально построенных лабораториях американской армии. США после открытия Второго фронта боялись утечки информации. Почему? Потому что часть бумаг Тесла была выкрадена немецкой разведкой уже накануне войны. Есть предположение, что вот летающие тарелки Третьего Рейха, да, эти бумаги были выкрадены германской разведкой и на основании открытий, прикладных открытий Тесла, была создана вот эта вот летающая тарелка. Генералы торопили ученых. Война подошла к переломному моменту, и корабли-невидимки пора было отправлять в бой.
Неожиданно Никола Тесла отказался от участия в экспериментах и запретил использовать свои разработки. Почему ученый пытался сбежать? И что случилось с эсминцем Элдридж? Зачем Эйнштейн уничтожил документы по проекту «Радуга»? Смотрите далее. Что такое проклятие корабля с точки зрения физики? Этот корабль был проклят еще при закладке. Почему владельцы лайнера «Конкордия» не прислушались к знакам судьбы? За что теплоход «Армения» отправили на верную гибель? И какую зловещую тайну скрывает эта катастрофа? Таинственные грузы, они были. Большие продолговатые ящики грузили сотрудники НКВД. Кто на самом деле отдавал приказы капитану «Армении»? Был вручён все-таки приказ. И хотя ни в одном архиве подтверждения этому нет, но приказ достаточно серьезный. И фатальная связь проклятых кораблей. Это, конечно, удивительно. Совпадение. Через 100 лет произошла катастрофа. Не переключайтесь. Через 2 минуты самые страшные тайны морской пучины. Гордость немецкого военного судостроения 30-х годов, линкор «Шарнхорст», начал убивать людей еще до своего спуска на воду. Он унаследовал имя корабля начала века и прусского генерала Герхарда Шарнхорста. Но знал ли кто-нибудь про старое проклятие? Германия готовилась к победоносной войне. Самый тяжелый и максимально вооруженный линкор, еще не выйдя в море, перевернулся в доках Вильгельмсхафена. Он насмерть задавил почти 100 человек, и это было только начало. Все моряки знают, что каждый корабль имеет и душу, и характер, и свою собственную судьбу. И очень часто судьба корабля зависит от имени, которую этот корабль получил. Броненосцу досталось имя от потопленного у Фолклендских островов в 1914 году крейсера «Шарнхорст». Тогда германская эскадра была почти полностью разбита английским флотом. Вся команда крейсера, почти 1000 человек, погибла. Перевернувшийся в доках «Шарнхорст» заковали в цепи. Но крейсер продолжал убивать людей. Балки и такелаж постоянно срывались. За линкором, который еще ни разу не вышел в море, уже закрепилась черная слава. В день спуска на воду 3 октября 1936 года в присутствии Адольфа Гитлера тяжелый броненосец, будто подтверждая свое проклятие, сорвался с троса и рухнул на 2 баржи. Естественно, это сразу же стапеля обогрены кровью людей. Управляемый корпус, едва он только соскользнул со стапель палубы и вошел в море, он тут же налетел на немецкий крейсер, протаранил его. Суеверный Гитлер хотел отправить корабль на металлолом, но генералы уговорили оставить «Шарнхорст» хотя бы до первого боя. И, как оказалось, зря. Первый момент. Считается, что корабль начинает жить, когда его спускают на воду. Фактически вот закладка на стапелях, наверх его, и это как зачатие, а спуск на воду – это как раз. Мы считаем, что момент начала процесса задает примерно, ну, в очень большой степени, не 100%, нет, но в очень большой степени задает возможности, как будет развиваться дальше этот процесс. Команду для плавающего проклятия пришлось набирать с потопленных судов. Добровольно никто не хотел выходить в море на этой бронированной крепости. Все знали, «Шарнхорст» обречен. Этот корабль своей боевой мощью и быстрым ходом, казалось, одним видом должен запугать противника. Но во время боя на нем случайно взорвалась носовая башня и погибло 20 матросов. Днем позже от пороховых газов задохнулось еще 12 моряков. По пути на ремонт «Шарнхорст» врезался в немецкий лайнер «Госпит». Удержался на плаву чуть больше 3 года, но роковым для него оказался вот рождественский поход в Рождество 43-го года, когда он
вышел в Норвежское море на перехват конвоя, шедшего из Англии в Советский Союз. В тумане Шарнхорст подвел радар. Он наткнулся на три английских конвойных крейсера. На беду в трюме взорвались еще и боеприпасы. Проклятый броненосец мгновенно ушел под воду вместе со всей командой. Почти 2000 человек погибло вместе с кораблем. Он ушел на глубину довольно значительную, 300 метров. Обнаружили Шарнхорст полвека спустя, в 2000 году, 3 октября, в день рождения корабля. На Черноморском побережье в начале ноября 41-го шла эвакуация. Все гражданские суда переоснастили в грузовой транспорт и плавучие санитарные госпитали. Именно такое судно «Армения» с Красным Крестом на борту 7 ноября атаковал немецкий торпедоносец. Об этой самой большой в истории морской трагедии молчали 50 лет. Из-за чего пошла на дно «Армения» и погибли тысячи людей. И почему немцы охотились за санитарным судном? Когда «Армения» шла из Севастополя в Ялту, ее капитан Владимир Полоушевский получил секретную радиограмму. Подойти к балаклаве и, не заходя в порт, прямо в море, забрать необычный груз. Таинственные грузы, они были, и грузили в балаклаве. То есть, выйдя из Севастополя, Армения, мы начали зашел в балаклаву, чтобы не запланировано. Сотрудники НКВД подняли на борт множество деревянных ящиков. Одни историки склонны считать, что таинственным грузом было золото. Другие настаивают. Армения принимала архивы и секретные документы. И на мой взгляд, вот тот туман, который сейчас в печати, значит, выплеснут, о том, что ищем, ищем, не найдем, но поиски продолжаются, о том, что, значит, как экспедиция чуть не засекречена, вот связаны как раз с этим моментом. Но есть и еще одна версия. На теплоход погрузили опытные образцы новейшего чуда оружия. Что же это было? Исследователи не исключают. В таинственных ящиках лежала разукомплектованная атомная бомба. Тогда над ядерным оружием работали ведущие физики-ядерщики Советского Союза Константин Петржак и Георгий Плеров. Именно они всего за год до войны открыли спонтанное деление ядра урана. Провести эксперименты в открытом море ученые не успели. И теперь бомбу надо было спасать от врага, везти в тыл и уже там ее дорабатывать. Это значит, Вторая мировая война могла быть закончена всего 2-3 точечными ядерными ударами по Третьему рейху. Теперь понятно, почему теплоход не заходил в порт Балаклавы, а принимал груз в открытом море. О бомбе не должен был знать никто. Какие-то большие продолговатые ящики грузили сотрудники НКВД. Никого близко не подпускали. Что там могло быть? Если золото, его, скорее всего, искали бы, стали бы искать более интенсивно. Могли быть какие-то документы. С таинственными ящиками на борту Армения отправилась в Ялту. Там в порту стало очевидно, корабль перегружен. Были также приняты общие фразы, существует такая общая фраза, раненые 11 ялтинских госпиталей. Уже даже сложно представить, куда на это совсем небольшое судно можно было впихнуть сколько людей. Существует информация одного из очевидцев отхода Армении, что люди стояли на внешней палубе, на верхней палубе, сплошной стеной. Штаб флота телеграфировал не выходить в море до наступления темноты. Но капитан Армении Плаушевский почему-то проигнорировал прямой приказ и взял курс на Туапсе. Вышел засветло, потому что опасался налета немецких самолетов в порту. Но если бы этот налет произошел в порту, то все-таки шансов спастись было бы немногих. Что же заставило капитана Плаушевского нарушить приказ? Почему он вышел в море раньше намеченного срока? Кто торопил его? Сотрудники НКВД, СМЕРШа или кто-то другой? Сегодня историки говорят, что капитан Плаушевский получил еще одну радиограмму. Фальшивую. Возможно, это была игра немецких спецслужб, которые вынудили судно выйти в море утром. И не исключено, что они прекрасно знали, что за груз находился на Армении. Утром капитану Армении был вручен все-таки приказ. И хотя ни в одном архиве подтверждения этому нет, но приказ достаточно серьезный, и он подчинился именно ему. То есть выйти с утра,
Армения с тысячами раненых на борту шла в конвое двух сторожевых катеров. С воздуха ее прикрывали два истребителя. Но летчики даже не заметили немецкий торпедоносец. Армения несла красные кресты на трубах. Она шла под флагом Красного Креста. На бортах тоже были нанесены красные кресты. Поэтому ошибки в том, что это военное судно, в том, что это госпитальное судно, не могло быть. Летчик немецкий потопил, это сознательно. Немецкий «Хенкель» зашел со стороны берега и выпустил в Армению две торпеды. А так судно было абсолютно беззащитно. Он вывалился из облаков. Видимость прекрасная, день. Идет судно перегруженное, идет малым ходом. Маневрировать практически не в состоянии. Одна торпеда прошла мимо, вторая попала в носовую часть теплохода. После этого Армения продержалась на плаву всего 4 минуты. Носовая часть мгновенно отвалилась. Затонула. Кормовая часть еще 4 минут продержалась. Даже сегодня никто не может назвать точные цифры погибших. Под воду ушло от 5 до 10 тысяч человек. Но какая тайна похоронена на дне вместе с Арменией? Как спаслись 8 счастливчиков? И почему теплоход до сих пор не могут найти? Итальянского красавца лайнера «Коста Конкордия» сегодня уже стало нарицательным. Катастрофа «Конкордии» напомнила, как легко судьба может оборвать жизни людей. Ведь и предзнаменование было еще за 100 лет до трагедии. Крушение «Коста Конкордии» случилось в пятницу 13 числа. Люди, верящие в магию цифр, не могли пройти мимо этого зловещего факта. Очень многим «Конкордия» напомнила легендарный «Титаник». Итальянский лайнер входил в десятку самых мощных и надежных кораблей мира, как и «Титаник». И ровно через 100 лет трагедия повторилась. Конечно, удивительно. Совпадение, через 100 лет произошла катастрофа берегов, там, Лигурийских берегов, то, конечно, на любого такого здравомыслящего человека производит особое впечатление, потому что, во-первых, почему именно ровно через 100 лет, практически месяц, почти совпал даже. Круизный лайнер «Коста Конкордия» сходил со стапелей при большой шумихе. Крестной матерью судна стала супермодель Ева Герцегова. Но она не смогла разбить о борт бутылку шампанского. Все зашептались. Дурная примета. Фотомодель, которая разбивала шампанское о борт корабля, разбить шампанское не сумела. Вот Ева Герцегова, казалось бы, она выбрана совершенно случайно. Вот она должна была не разбить эту бутылку шампанского. Сначала это было предвестие неприятностей судна, а само судно, само его крушение было предвестием сложного периода в жизни Европы. О катастрофе «Титаника», которую предсказал писатель Морган Робертсон в книге «Титан», знают почти все. Но «Титаник» стал еще и знаком крушения золотого поколения и символом грядущей мировой войны. «Титаник» — это единственный корабль, который был брендом цивилизации. И вот он действительно заложил циклы, которые с этой цивилизацией были связаны. И его гибель означала действительно вот некое такое, вот, знаете, разрушение, крушение надежд на такое позитивное развитие мировых событий. Всего через 2 года после крушения «Титаника» началась мировая война, которая отбросила цивилизацию на несколько десятилетий назад. Астрологи, сверяя небесные карты, говорят, лайнер был обречен с самого начала. И вот мы смотрим, как стояли планеты на этот момент. И дальше уже поэтому можно, например, определить его историю. Критические точки, критические дни. Если бы я рассматривал эту карту как карту человека, я бы сразу сказал, что у
эта карта указывает на большие опасности при дальних путешествиях. То есть вот возможность гибели во время какой-нибудь дальней поездки или какого-нибудь серьезного несчастного случая. Но неужели и Коста Конкордия тоже несла на себе печать смерти? И что означает ее гибель? Какие катаклизмы нас ждут через несколько лет? Третья мировая война, глобальные эпидемии или финансовые кризисы? Почему американцы скрывают факты филадельфийского эксперимента? Удались ли им перемещения во времени и пространстве? Что за машину изобрели Эйнштейн и Тесла? Эти молнии при предварительных экспериментах случайно убили животных. И где сегодня находится экспериментальный корабль «Элдридж»? В результате вот этого облучения «Элдридж» на несколько мгновений, как показалось наблюдателям, исчез просто. Какие находки в море приносят беду? По морям и океанам так вот плавают бесхозными десятки, если не сотни судов. Их называют «Трампы». И почему военные молчат о загадочной гибели транспортного судна «Армения»? Забыли и объявлять о том, что мы потеряли так бездарно 6 тысяч людей, тоже никто не говорил. Как астрологи предвидят будущее через катастрофы? У нас есть такой хороший метод у астрологов. Наложение одной карты на другую. Через минуту будет самое интересное. Не пропустите. Во время Второй мировой войны Альберт Эйнштейн и Никола Тесла в секретных американских лабораториях в Филадельфии проводили уникальные эксперименты под кодовым названием «Радуга». Военные поставили им задачу – сделать боевые корабли невидимыми для радаров с помощью электромагнитных излучений. Но почему перед финальными испытаниями Тесла покинул проект, а Эйнштейн уничтожил все документы экспериментов? Никола Тесла был недоволен результатами лабораторных опытов. Вместе с Эйнштейном они научились управлять силовыми и электрическими полями, но животные, которые оказывались в электромагнитном коконе, погибали в мучениях. Такая же смерть ждала и неподготовленного человека. Эти молнии при предварительных экспериментах случайно убили животных, да? А вот Тесла прекрасно знал, где сесть под этой молнией, чтобы его не поразило это. То есть вот масштабы его экспериментов сейчас даже повторить невозможно. Тесла сбежал из Филадельфии в Нью-Йорк. И там его подозрительно случайно сбил автомобиль. Сербский гений оказался прикован к постели. Мало кто знает, что 1 января 1943 года его навестила супруга президента США Элеонора Рузвельт. О чем беседовала с гением физики первая леди Америки, неизвестно. Скорее всего, Элеонора Рузвельт уговаривала ученого продолжить работу над кораблем-невидимкой, но получила отказ. Никола Тесла умер от сердечной недостаточности ровно через неделю после разговора с первой леди США, 7 января 43 года. Проект «Радуга» решили продолжить без него. Естественно, что смерть такого гениального ученого не могла не сказаться на просто равных. Во-первых, Тесла не любил посвящать свои дела учеников. Он в чем-то, как сказать, одинокий гений. И он не любил афишировать свои работы. 22 октября 43 года в порту Филадельфии на эсминце «Элдридж» запустили центральный генератор нулевого времени и 4 вспомогательных генератора электромагнитных колебаний. А через несколько минут корабль исчез. В результате вот этого облучения «Элдридж» на несколько мгновений, как показалось наблюдателям, исчез просто. Не только с экранов радаров, что было как бы, что ожидалось и что было обусловлено, а исчез просто из поля зрения. По свидетельствам очевидцев, «Элдридж» материализовался за несколько сот километров от места эксперимента, в гавани Портсмута в Норфолке. Через несколько минут эсминец снова оказался в доках Филадельфии. Итоги эксперимента признали удачными, но военные решили его повторить, попросив Эйнштейна внести небольшие коррективы. Это был на самом деле прорыв в науке, но прорыв как бы пока что в никуда. Конечно, ученые хотели сделать корабль прежде всего невидимым для радаров и для локаторов.
Чем закончился повторный эксперимент на корабле-невидимке «Элдридж»? Какие ужасы предвидел Никола Тесла? И почему Эйнштейн уничтожил все документы проекта «Радуга»? Сегодня в век космических спутников, сотовой связи и сверхточных навигационных приборов моря и океаны по-прежнему полны тайн и мрачных загадок. В 2004 году у берегов Калифорнии пропало несколько кораблей. В июне связь прервалась с рыболовецким траулером «Беспощадный». Чуть позже исчезло промысловое судно «Мона Лиза». В сентябре на побережье началась паника. Пропал еще один корабль – «Марин Ан». Неужели в Калифорнии появился новый Бермудский треугольник? На самом деле по морям и океанам так вот плавают бесхозными десятки, если не сотни судов. Их называют «трампами». Это бродячие корабли, брошенные то ли в силу неудачной попытки потушить пожар на нем, а он потом сам по себе погас, то ли по какой-то другой причине бросают эти корабли, и они представляют большую опасность для судоходства. По спутниковому сигналу спасатели отследили последнюю точку местонахождения «Мэриан Ан». Она оказалась всего в 35 милях от берега. На этом месте был найден надувной плот, несколько буйков и ящик со льдом. Но само судно и команда бесследно исчезли. И теперь кажется, будто над кораблем висело проклятие. Судно могло быть выпущено, спущено на воду сразу же после восхода солнца. Тогда это солнце, то есть солнце на восходе, падает так называемый 12-й дом. Поэтому и старались. Судно на воду обычно, и вообще любые вот такие вот какие-то вот рождения кораблей, их обычно делали после полудня. Что могло стать причиной пропажи 14-метрового корабля? Центральный морской институт США выдвинул теорию о гигантских волнах-убийцах. Такая волна могла накрыть судно и утопить его. Но доказать это, не обнаружив корабль, невозможно. Море вообще, оно всегда неохотно расстается с тайнами. И могут пройти десятилетия, столетия, прежде чем что-то становится известно. Иногда, в общем-то, некоторые тайны никогда не станут достоянием человечества. Спустя трое суток гидролокатор обнаружил «Мэриан Ан» на глубине 642 метра. Батискаф сделал несколько снимков и записал видео. Судно было абсолютно целым, без каких-либо повреждений. Сенсационная находка вызвала больше вопросов, чем ответов. Эксперты предположили, что на команду подействовал инфразвук. Есть такое понятие «голос океана», когда низкие частоты воздействуют на людей настолько угнетающе, и даже могут остановить кровеносную пульсацию, потому что идет такое вот наложение волн, наложение вибраций. По мнению ученых, в одной точке сошлись несколько взаимоисключающих природных факторов, что в обычной жизни встретить практически невозможно. С частотой 6, 8, 9 Гц. Если потоки воздуха, звуков, инфразвуки, они тоже идут с такой же частотой, то здесь возможен резонанс, который вызывает нестерпимую боль у людей. И, как полагают, они просто, спасаясь вот от этой боли, прыгают в воду, оставляя свое судно в полной исправности. Но как же быть с кораблем? Каким образом он мог утонуть? Появилась еще одна теория. Судно ушло на дно из-за гидрата метана, особого газа, который иногда поднимается с отложений на дне. Газовые пузыри скапливаются под днищем корабля, образуя гигантскую воронку. И этот же метановый газ сводит людей с ума. Есть огромные пузыри метана поднимаются со дна, как бы оказываются под кораблем, всплывают, окутывают этот корабль. Люди приходят как бы в состояние ужаса полного и теряют свой рассудок. И как бы уже за собой не могут, следить за собой не могут. Вот, и исчезают все. Исследователи провели научный эксперимент, и он подтвердил теорию метанового газа. Но расследование затопления «Мэриан Ан» на этом не остановилось. Оно длится уже 6 лет. Теории и домыслы множатся каждый год. И пока истинная причина трагической гибели калифорнийских рыбаков не найдена.
Как астрологи предвидят наше будущее через катастрофы? У нас есть такой хороший метод у астрологов. Наложение одной карты на другую. И почему трагедия транспортного судна «Армения» 50 лет была под грифом «секретно»? «Армения» – чемпион мира по минимуму спасшихся людей. Какую космическую тайну скрывают глубины Черного моря? Попытки найти ее на морском дне, несмотря на довольно внушительные размеры судна, пока не увенчались успехом. Люди как бы врастали наполовину, например, в обшивку судна. Что предвидел гений физики Тесла? А Тесла что-то видел, что-то понимал, что-то ему было открыто. И в чем ошибся Альберт Эйнштейн при создании корабля-невидимки? На несколько минут корабль оказался в другом измерении и в другом месте. Смотрите продолжение через 2 минуты. Не пропустите. Будет очень интересно. В октябре 43-го года американские военные приступили к финальной стадии проекта «Радуга» – эксперименту по созданию корабля-невидимки с помощью электромагнитных волн. Из 2 ученых-физиков, которые начинали работу, остался только один – Альберт Эйнштейн. Никола Тесла умер при загадочных обстоятельствах за несколько месяцев до пуска генераторов на эсминце «Элдридж». Были включены 2 мощных генератора. Началось воздействие этими пушками-излучателями на судно, в котором стояла как бы принимающая аппаратура, и пущены люди туда, как заповедники, просто вот на поляну. Подопытный Элдридж накрыла зеленая пелена, и он исчез. Но когда корабль появился на рейде, началось невероятное. Из 180 моряков выжили всего 20. Остальные метались по палубе как безумные, горели живьем, а некоторые срослись с корпусом корабля. Многие теряли рассудок, многие падали как бы без чувств и больше уже никогда, многие из них никогда не приходили в себя. Какие-то странные превращения в полупредметы, в полувещи. То есть люди как бы врастали наполовину, например, в обшивку судна, в таком виде там замораживались. Даже сегодня никто из ученых не может объяснить, что же случилось с экипажем Элдриджа. То есть на несколько минут корабль оказался в другом измерении и в другом месте. Что произошло с людьми? Действительно, во-первых, это был какой-то шок. Медицинские явления сейчас я не берусь описывать, фантазировать, потому что никаких данных об этом нет. Моряков доставили в закрытую клинику и подвергли тщательному изучению. Но их странное состояние не проходило. Несчастные люди бредили и умирали один за другим. Руки так начинают воспламеняться, что они наполовину вошли в какую-то странную какую-то субстанцию. Оказывается, это борт судна там или какая-то стенка. В то же время они живы, они все это понимают. Эксперимент провалился. Расчеты Эйнштейна оказались неверными. Возможно, именно эту катастрофу и предвидел Никола Тесла. У сербского ученого были экстрасенсорные способности, и порой он в уме мог представить все последствия своих гениальных изобретений. Мы совершенно не знаем той среды, в которой мы живем, да? А Тесла что-то видел, что-то понимал, что-то ему было открыто. Тесла видел практически, ну, все, что можно было увидеть, вытаскивая оттуда нужные направления деятельности и прикладные какие-то способы использования этих знаний. Телепортация эсминца стала побочным эффектом филадельфийского эксперимента по созданию корабля-невидимки. О том, что Элдридж войдет в другое измерение, никто, кроме Теслы, не мог и предположить. Произошел какой-то переход в другое измерение, то, повторяю, при неоднородности поля точного обратного перехода не произошло. И произошло смешение молекул и частиц людей и близлежащих каких-то надстроек корабля. То есть металла и людей. И в результате получились как какие-то смеси из атомов металла и углеводородов организма человека. Эксперименты прекратили, и все филадельфийское дело сдали в секретный военный архив. А Эйнштейн лично уничтожил большинство расчетов.
Гений не смог смириться со своей самой крупной неудачей в науке. Что-то он довел до конца, что-то не довел и уничтожал многие документы, которые, как он считал, были бы вредны науке и миру, а главное миру. Он уничтожил эти документы. Конечно, они могли многое как бы разъяснить, пролить свет на какие-то события. Спустя десятилетия известный астрофизик Морис Джессоп занялся расследованием по делу создания корабля-невидимки. Он опубликовал несколько скандальных материалов, и, кажется, ученый слишком близко подобрался к правде. Джессопа нашли в его машине, к задней, то есть к выхлопной трубе у него была примечена труба, резиновый шланг, который вел внутрь машины, в кабину, и все окна были задраены. За судовыми журналами эсминца «Элдридж» и сопроводительного корабля была устроена настоящая охота. Однако на все запросы в правительство и военные ведомства приходил официальный ответ. Журналы утеряны. Если бы американское командование ВМФ хотело разоблачить все эти мифы, это можно было сделать буквально за несколько дней, предоставив там все списки моряков. А все документации, ну пусть, допустим, вахтин журнал был утерян. Но все остальные документы были. Судьба эсминца «Элдридж» оказалась вполне заурядной. Много лет корабль был в резерве флота США, а позже его переименовали и продали в Грецию. Тайна самой страшной катастрофы на море – гибели теплохода «Армения». Что за оружие перевозили на нем? И почему немцы охотились за санитарным судном? Разгадка совсем скоро. Ноября 41 года в Черном море недалеко от Ялты санитарный теплоход «Армения» был подорван торпедой немецкого «Хенкеля». Зачем самолет атаковал беззащитный корабль с красными крестами на борту? Почему из нескольких тысяч пассажиров спаслось всего 8 человек? Куда пропал секретный груз НКВД и почему «Армению» не могут найти до сих пор? Подорванный торпедой теплоход ушел на дно всего за 4 минуты. На самом деле там очень глубоко, там чуть ли не километровая глубина. Там метров 800 в некоторых местах. И вот на эти глубины как раз ушли все эти суда практически со всем составом, который на них находился. Очевидцы же вспоминают, после попадания торпеды корабль раскололся пополам от сильнейшего взрыва. Значит, на его борту была взрывчатка. И не исключено, что именно таинственный груз в деревянных ящиках, принятый капитаном возле балаклавы, стал роковым для Армении. Вся Армения чемпион мира по минимуму спасшихся людей при общем количестве пассажиров. Такого в истории просто нет. Вот это тоже остается тайной. Все документы и протоколы были уничтожены в 49-м году. Историки подозревают, это было сделано сознательно, чтобы лишний раз не говорить, какой же таинственный груз был на Армении. И об этом вроде как и забыли, и объявлять о том, что мы потеряли так бездарно 6 тысяч людей, тоже никто не говорил. Знал достаточно узкий круг ветеранов, историков и так далее. А уже общественность об этом узнала, конечно, уже вот во времена, скажем, с конца 80-х до сегодняшнего. После уничтожения архивов исследователи не могут определить координаты гибели теплохода. Действительно ли они утеряны или координаты скрывают? Координаты умышленно изменены, координаты гибели Армении. То есть Армения могла погибнуть в довольно большом районе. Существует трое официальных координат. И мы были поражены, когда нанесли точку на карту. Оказалось, что это вообще на суше в районе горы Ай-Петри. Вторая точка была напротив мыса Айтодор, это «Ласточкино гнездо», на глубине 400 метров. И третья точка, опять-таки, Айтодор, но уже на глубине 1200 метров. Украинские подводные археологи в конце 90-х годов ликовали. Они установили точное место крушения. На дно опустился батискаф «Лангуст», и подводники нашли корабль, но совсем другой. Армению не нашли, нашли Ленина. Вот, и даже что-то с него умудрились поднять благодаря каким-то батискафам.
Вот, но Армению не нашли. Несколько лет подряд военные историки делали запросы в Германию, пытаясь найти экипаж самолета, атаковавшего Армению. Летчики наверняка оставили хоть какие-то координаты в своих рапортах. Ответ немецкой стороны обескуражил. Архив Люфтваффе был вывезен в СССР. Современные физики-ядерщики выдвинули собственную версию, взяв за основу данные о секретном оружии, которое могла перевозить Армения. От удара торпеды сдетонировал взрыватель атомной бомбы, а на глубине под страшным давлением воды произошла реакция распада. Пожар мог быть, пожар до них мог добраться и уже после того, как Армения скрылась под водой. И там мог, кстати, произойти страшнейший взрыв и разметать остатки. Именно поэтому Армению не могут найти до сих пор. На дне Черного моря ее просто нет. Она уничтожена навсегда. На самом деле я, наверное, огорчу сотни любителей военной истории. Я боюсь, что пелена тайны не спадет никогда. Катастрофа круизного итальянского лайнера «Коста Конкордия» носит как будто такой же символический характер, как и крушение легендарного «Титаника». Всего через 2 года после крушения «Титаника» на дно пошла вся благополучная цивилизация Европы. У нас есть такой хороший метод у астрологов – наложение одной карты на другую. Поэтому я попробовал, взял простую вещь. Я наложил карту «Титаника» на карту Европы. На Европу произвело впечатление не момент спуска «Титаника» на воду, а момент его крушения. Но и этот знак стоит рассмотреть более пристально. На «Конкордии» в круиз отправилась внучка одной из спасенных пассажиров «Титаника». Бабушка Валентины Капуана в 1912 году выжила, но потеряла мужа в холодных водах Атлантики. Обе катастрофы не поддаются логике, но знаки судьбы надо уметь читать и видеть. Гибель «Титаника» после столкновения с айсбергом стала предвестником Первой мировой войны. Что же нас ждет после гибели «Конкордии»? Когда я наложил вот сейчас карту «Конкордии», «Коста Конкордии» на карту Европы, оказалась совсем удивительная вещь. Плутон, планета, которая в нашем астрологическом представлении предвещает серьезные кризисы, большие повороты, крайнюю нестабильность, иногда социальные крушения, вышел ровно в зенит карты спуска Конкордии на воду. Ровно в зенит. Точно соединился с Солнцем, которое было в зените. После 2 мировых войн человек снова уверовал в чудесную силу техники. Она все решит, поможет и никогда не подведет нас. Но очень скоро за все придется заплатить. Загадочные исчезновения людей по всему миру. Что происходит? Почему с каждым годом пропавших все больше? Уже много веков, а портал открыт. Документальные свидетельства исчезновения людей после приземления странных летающих объектов. И что стало с теми, кто вернулся после похищения? Почему вся информация была засекречена? Знаешь ли ты, где тут Земля? Я покачала головой. Прямо сейчас фильм-сенсация о паранормальных исчезновениях людей и силах, которые смотрят на нас извне. Не пропустите, ведь это касается вас.